Всем привет! Продолжаем путешествие уже не по Петербургу, не по нашей стране. Вот в этом году был в Венеции. Организовала нам экскурсию моя любимая компания «Ларусия». И мы вот приехали в Венецию. Попали на наводнение. Это вообще, конечно, очень супер. Ну, как супер, вообще обалдеваешь, что вот люди так живут. Действительно, еще полчаса или 40 минут назад ничего не было. Когда мы проходили, я спросил у экскурсовода, а что это за мазки стоят? Она говорит, ну, когда вода поднимается, здесь мазки ставят и по ним ходят. И я как-то не придал значения этому. Вот. Ну, посидели мы в хорошем ресторанчике, выпили вина, съели хорошую пасту с каракатицей. Первый раз я ел такую темную. Вот, вышли, ха! А тут все затопило. Тут же арабы, эти беженцы, наверное, в которые сюда проникли, а может и не беженцы, арабского происхождения ребята, восточного, продают бахилы, которые раньше продавали за 5 евро. Сразу они поднялись до 10. Вот эти вот, видите, такого разноцветные, они оранжевые, синие, там красные, очень много. Вот, ну народ гуляет с удовольствием по площади. Вот, дворец тоже... колонны, то есть вот все знакомые места, все бы хорошо, единственное, что, конечно, вода. Действительно, вода в некоторых местах достигает, ну, сантиметров, наверное, может быть, 30-40. Все залито водой. Представляете, так люди живут, вот, и ежегодно, там, я уже не знаю, сколько раз в месяц, но все это топит. Мы когда были в кафе, так вот не могли туда просто там посидеть, потому что все было залито водой. И официант такой специальной штуковиной выгребал воду. Вообще, конечно, это трагедия для Венеции, для бизнеса. Но с одной стороны трагедия, с другой стороны все туристы так радуются, все смеются, все довольны. Вау, попали, понимаешь, в наводнение. Стоят гондолы на том же самом месте, как года 4 или 5 назад, когда я здесь был. Вот, люди фотографируются, довольны. Вода, да, вода нипочем. Когда ты отдыхаешь, притом отдыхаешь в Венеции. Хорошее место, будет возможность. Вдруг кого-то будет возможность. Рекомендую смотаться. Просто там посидеть, посмотреть. Все, всем пока, всем привет, до свидания.